Айболита. Ну, типа, приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица. Лежачок и паучок. Давайте, давайте. Настолько для взрослых. Ты сам виноват. Ай, болит, ой, не туда. Пока. Я сейчас за тобой. Так. И ставил он градусник. Приехал Айболит, и ставил он градусник. Ладно, давайте другое. Но только сейчас Сережу не остановить. Давай. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит и там что-то теребит. Ничего, давайте поаплодируем, ничего, да?